Всем привет! С вами Железный Цех Онлайн, Дмитрий Колганов и Василий Копейкин. Всем привет на Ютубе, и мы начинаем. Начинаем мы с того, что хотели бы сделать небольшой анонс на понедельник. В понедельник в 17:00, да, 17:00 вечером, поздно, будет спецвыпуск Железного Цеха. Да. Вот. Мы в прошлой передаче обещали, что будем приглашать людей, будем пытаться, и у нас это получилось. То есть неожиданно к нам приедет представитель компании Dell, точнее подразделение Alienware. Собственно, у них там довольно прикольная тема. Alienware исполняется 20 лет в этом году. И приедет человек и расскажет нам, как вообще бренд становился, как он рос, как он уходил под Dell, как он приходил в Россию. Надеюсь, мы узнаем там какие-нибудь секреты производства или еще что-нибудь в этом роде. Обязательно. Может, про должны. Бизнес в России нам расскажешь? Не знаю, вещь мутная, конечно. Про бизнес в России. Как замутить свой бизнес в России? По производству ноутбуков. По производству ноутбуков. Не надо вам это, ребята. Не-не-не. В общем, да, очень приедет представитель компании, и надеюсь, мы очень классно пообщаемся. Приходите в понедельник в 5 вечера, это 31 число. Ну вот, будем всех ждать. Да, да, приходите. Я думаю, будет круто. Я думаю, Дима наш, вместе с гостем пообщается. Вот. А что ты думаешь, пообщаюсь? Да я просто в тебе пообщается. Не сомневаюсь. Я не сомневаюсь. Спасибо. Ладно, давай переходить к новостям, потому что их как-то очень много. На самом деле, кстати, когда я все это дело только начал собирать, я думал, нам будет не о чем разговаривать. Сейчас у нас, ребят, 5 страниц разных ссылок. Я, кстати, тоже очень много переживал на тему того, что у нас... Ну, просто в игромании утром обычно очень мало новостей по железу идет. Ну, как, я думал, что их столько есть, что не так уж много происходит в мире железа, но как-то собрались вот... собрали на сегодня новости и поняли, и что да, их как-то да, на самом деле очень много. Вася пытался сейчас дико все порезать, рвал на себе волосы, но ему не дали. Да, сократили с 5 страниц до 4, еле-еле. Ну это когда шрифт поменял просто. Поменьше, чтобы не так страшно было. Ну ладно, здесь просто очень много этих отбивок, поэтому так много. Так страниц 3,5, не больше. Не, на самом деле что-то как-то резко бомбанули эти консольщики. Да не только консольщики бомбанули, на самом деле. Microsoft бомбанул. Или Microsoft теперь тоже консольщики. Вообще у Microsoft есть, короче, Xbox называется. Да, правда. Кто-нибудь еще помнит о них существовании? Да вон стоит вот. Съемочный. Ну да. Греется даже в выключенном состоянии, как ты говоришь. Это Толя вчера рассказал подробно. Это Толя, скорее всего. Ой, ладно, давайте ладно, переходим. Давай начнем, да. Как бы. Основная новость за последнюю неделю. В прошлый раз закончили этот наш трансляцию, через 2 часа Nintendo выпустил забавный ролик. Абсолютно не понятно. Подожди, тут фишка я смотрел в том, что... раза 3 его, я не воткнул, что они хотели этим сказать. Ты понимаешь, что... это знаешь, как на самом деле выглядело, на мой взгляд? Это выглядело, как просто собрали все ролики, которые они собираются крутить по телику в рекламе. И нарезали, да? И просто впихнули их в один ролик и решили, ну вот, посмотрите, если хотите. Ну там очень музыка странная была. Когда музыка была побогрее. Я, если честно, все, как, я посмотрел его раз в 5 и смотрел каждый раз без, без звука. Беда, зря. Ну, музыка там есть, но очень странная. Как тебе вообще Nintendo Switch? Что ты об этом думаешь? Я не знаю, просто понимаешь? Тут очень много недосказанности на самом деле осталось. Просто на мой взгляд. Вот. Но, ну, то, что консоль Nintendo Switch, все круто. Ну, да, выглядит круто. При этом джойстик, простите... Есть. Ну, он есть, но он есть, это главное. Ну, он, по-моему, неудобен будет, на мой взгляд. Я не знаю, как всем остальным. Нет, мне понравилась, кстати, очень крутая идея на тему того, что вот можно даже вот на этом планшете поиграть уже вдвоем. То есть каждый берет свою руку. Кусочек джойстика. Да, кусочек джойстика. Ну, забавно. Вот, это забавная штука. Вот, потом, ну, остались только вопросы. Давай я буду. Время работы батареи. 5 часов. Да ладно. А, ну да, потому что... сейчас, ладно, сейчас перейдем, все да. новости, ну, 4, все, 4, все 4, недосказы, 4-5 часов, давай, ладно. Как она будет заряжаться, будет ли она заряжаться только от этой вот док-станции? Слушай, я уверен, Cradle и мини-USB, микро-USB. Я вот не уверен, ну, потому ладно, что... Да, но и это Nintendo. Type-C. Просто смотри, фишка Nintendo в том, что у них даже консоли Nintendo 3DS портативки... Свой зарядник? Зарядник продается вообще отдельно. Ну, будешь покупать отдельный зарядник.
Ну, вот, ну как бы, ну ты же, ну к айфону тоже. Ну, все равно вопрос просто, можно ли его в USB подоткнуть, или он будет только через переходник, да, странно. Ладно, что еще, какие у меня вопросы там были? Что за игры вообще на нем будут? Но ты мне, скорее всего, на этом не ответишь, вот, потому что очень много новостей было на тему того, что все игры, которые были представлены в ролике, не подтверждены даже для Nintendo Linux. Bethesda, по крайней мере, сказали. Ну, то есть, не, ну понятно, что эксклюзивы Nintendo будут. Bethesda напрямую сказала, что мы не уверены о том, что Skyrim появится на Nintendo. Да? Да. Были такие. Ну, возможно. Вот, ну, не знаю. В общем, какие устройства еще дополнительно у них будет, тоже непонятно. Джойстик есть, будет продавать. Ну, джойстики, да. У них а этот, который еще жирный, который показывали. Ну, который, ну, стандартный, стандарт, да, который показывали в ролике. Да, что-то еще было. Ладно, может, подальше. Слушай, у меня вот Switch, знаете, чем прикольнул? Ну. Nvidia вернулась на консольный рынок. Ну, Nvidia, кстати, не было, да, здесь давно. То есть, да. Nvidia последний раз была где? В третьей PlayStation, наверное, да? Она... Разве в третьей PlayStation был Nvidia? Разве не Nvidia технология? Я не уверен. Ну ладно, давай, не будем. Я не уверен. Не будем позориться, да, на всякий случай. Не, на самом деле, смотри, штуковина работает на Tegra. Да. То есть это мобильный чип. Я честно признаюсь, я думаю, что Tegra как бы похоронили радостно и забыли про нее, потому что последний раз Tegra я видел годы где-то, да, полтора назад. Nvidia представляла Shield, очень мощный планшет. Собственно говоря, Switch тоже, судя по всему, это планшет. Самый обычный, это, ну, как, ну, бы Android. Выглядит он как планшет, но да. Это, но просто... это есть, я реально планшет. Mm-hmm. Просто с переделанными джойстиками. Ну, по, да, бокам. Ну, вот. Плюс еще я так подозреваю, что в комплекте будет вот эта вот док-станция, которая... Ну, логично. Ну, это переходник на телевизор, ну, я понимаю. Зарядка и переходник. Они, кстати, это уже подтвердили, что это, да, это просто переходник. В нем типа HDMI и зарядка. Вот, ну смотри, ну сюда ткнули, грубо говоря, сюда поставили Tegra. Собственно, Tegra, единственное, что мы про нее знаем, ну вот более-менее последние технологии про это, был последний у них чип Tegra X1, угу. Вот, в нем же стоит усеченная версия GeForce 950. Усеченная? Да, усеченная где-то на 1/3 от 950 GeForce там находится. Угу. То есть полноценная видяха, угу. На, у нее 256 ядер. То есть это ровно треть от 950-го будет шипсет. Ну, как бы он существует уже. Но ты уже можешь сейчас пойти и купить себе шил. И попробовать, что такое будет Switch. И при этом... смотри, скорее всего, они... Та была у них на Максвелле. Сейчас они переведут это дело на Паскаль. Паскаль у нас, судя по тестам, которые мы провели с 1050 Ti, он на треть быстрее старой версии 950-й. Угу. Вот. Ну и что, мы получаем где-то половину 950-го GeForce в этой маленькой штучке. Не очень радует. Ну как не радует-то? Чего же не радоваться-то? Ну, не радует, потому что это получается Full HD у нас не будет с 60 FPS. Не будет, ну а где сегодня 60 FPS? Ну, фишка в том, что Nintendo уже, типа, был какой-то слив. Что обещают? Что обещают, то, что будет либо, ну, типа, две возможности. Full HD 60 FPS, угу. 2K 30 FPS или 4K 30 FPS. 2K даже собираются, то это, да, вот фиговина. Ну, слушай, да, ну я, да, не знаю, как напотянет ты ее. Ну, слушай, вот я тоже, к сожалению, не знаю, но вот где-то был слив на эту тему, ну, что якобы собираются. Чудно, конечно. Это очень странно, но вот оно вот так тут есть. То есть, по мне, скорее всего, это 1080. Причем Tegra же, ты знаешь, да, на нее перевели уже, там, и второй Half-Life на ней работает. Там что-то на ней не работает. И Doom 3 есть на нее, выходит. То есть, ну, с тегровского магазина. Ну, забавная штуковина. Забавная штуковина. Мне почему-то кажется, что, наверное, слушай, тут дисплей сколько, наверное, дюймов? 7, не больше. А вот фиг его знает. Причем, скорее всего, наверное, HD-шный дисплей 720p. Скорее всего, да. Чтобы экономить. Думаешь, 720p? Ну, да, разве что, чтобы, да, чтобы меньше заряда тратилось и меньше производительность нужна была. Ну, скорее всего, да. Когда вставляешь, получаешь больше энергии, уходишь на 1080p. Ну вот, ладно, посмотрим. То, ну, есть вот, Nvidia, смотреть, то, да, не Nvidia, Nintendo часа где-то 4-5 назад сказал. Тогда, что... кстати, если 720p, то получается у них батарейка не 5 часов будет держаться, мне кажется, побольше. Или побольше нет? Побольше, фиг его знает.
Надо, то есть, неизвестно. Ну, говорят, сегодняшний Shield работает где-то 4-5 часов и вполне неплохо себя чувствует. Да. Ну, вот, ладно, сегодня Nintendo сказала, что новостей больше не будет до 12 января. Января, да. Да, так что будем ждать. И, кстати... И выход назначен, кстати, на март, по-моему, этого года, насколько я помню. Ну да, да. Кстати, есть неподтвержденная информация о том, что NVIDIA тоже где-то вот в этих числах будет представлять новые шилды. Ну, не факт. Но может. Ага, потом они скажут, ну вот вам новый шилд, вон там Nintendo показала. Вот там, трансляция в описании. Переходите, смотрите, Nintendo Shield. Простите, друзья, и Shield, если вы вдруг нас смотрите. Мы не хотим вас обидеть, но просто вот как-то это именно так и выглядит, к сожалению, пока что на данный момент. Ну что, давай переходить дальше. Да, слушай, ну еще сегодня неожиданно вдруг PlayStation 4 рассекретили прошлую версию. PlayStation 4 Pro? Да, да. Выступили. В смысле рассекретили? Ну, сказали все полные характеристики. Все полные характеристики. Да. Даже какая видюха стоит. Ну смотри, там нет такого, что у них стоит новая видюха. То есть, ну так нельзя говорить. Нельзя. Ну, можно же людей обидеть. Ну да. То есть, ну нельзя же сказать, что мы поменяли видюха. Даже консольчики, понимаешь, как? Они, вот у нас любители ПК, ну, всю жизнь гнобили, да? Что вот вы, ребята, купили компьютер, вот он у вас 2-3 года поработал, и вам нужно его апгрейдить, потому что он перестал что-либо тянуть. Вот мы купили консоль, и она живет лет 7-8. Смотри, 13-й год, вышел PlayStation 4. Ее купили, прошло 3 года, не поменяли видеокарту и предлагают купить еще раз. Ну ладно, но тут фишка на самом деле не только в том, что в ней поменяли видеокарту, в ней стал доступен 4К. Но вопрос, конечно... Это для России, насколько нужен этот 4К, потому что у нас пока что даже 4К телеков-то не так... Да ладно, их дофига, просто они стоят как Full HD-шные. Вот я про... В смысле они стоят как Full HD-шные? 4К не сильно дороже Full HD телевизора. Да ладно. Ну, я они говорю, размер... ну, как ты бы... понимаешь, что 4К это для размеров телека от 50 дюймов от 40? Да ладно тебе рассказывать-то. Ну блин, ну, у меня дома 32 дюйма, мне на нем Full HD, ну как бы норм. У меня у девушки телек, по-моему, 40 или 50 дюймов, на нем тоже Full HD, но выглядит намного круче. Круто, а у меня 80 дюймов дома. Будем дальше мериться. У тебя проектор вообще дома. Проектор, да. Тоже Full HD хватает. Да нет, смотри, 4К, вон сейчас смотрим, ну, это 42 тысячи, 42 дюйма, да. Как бы если покупать Full HD, он будет, ну, 30 тысяч. 27 где-то, 27-30. Нет, 4К нормальный телевизор. Да, для PlayStation подтвердили, что будет 4К. Но самое важное все-таки в этом деле, это то, какие характеристики они объявили. То есть я об этом давно говорил. Если ты помнишь, мы с тобой обсуждали, ты говорил, что вряд ли такое случится. Собственно, PlayStation 4 поставили RX 480 AMD. На этом все. На этом можно заканчивать. То есть выдали полное количество вычислительных блоков, назвали, которые полностью соответствуют тому, на что способна RX 480. То есть, ну, один в один. Частота, правда, немного пониже. Там что-то говорят о 900 МГц, 911. RX 480 сегодня берет в район 1300. Ну, наверное, там блок питания не хватает, чтобы не грелось, не шумело, да, чтобы люди не ругали. Ну, вот, давайте так. Что сегодня может RX 480? То есть, по идее, смотрите, мы протестили PlayStation 4 Pro-версию, да? Не, ну, конечно. Вася лично тестил ее. Версия от Asus, по-моему, если я не ошибаюсь. Ладно, тут фишка на самом деле, не стоит забывать то, что тесты все-таки зависят от того, какой процессор еще будет стоять, от того, сколько оперативки. Слушай, у нас нормальный процессор. У нас стоял как PlayStation 4, тоже 8 ядер. Только не Jaguar, да, вот этот вот обрубок какой-то, это типа кабине, что ли, был какой-то Jaguar. То есть его делали для супербюджетных ноутбуков или планшетов даже, эти Jaguar. Ну, у нас стоял тоже 8-ядерник, немножко другой от Intel, да, вот 16 потоков, которые дают за штуку баксов. Вот, но на нем тестили, мы получили вот результаты. Открыть бы нам, да, вот табличку с результатами. Сейчас скоро откроют табличку с результатами. Да, с OneDrive у нас есть тесты. Есть некоторые тесты. Вот, Дим, пожалуйста, табличку там, да. Фишка в том, что по тестам у нас на самом деле потихоньку получается следующее, что
PlayStation 4 будет 60 кадров в секунду. Наконец-то, Full HD. Full HD будет 60 кадров в секунду, будет. Причем на ультрах без всяких проблем. Вот. Да, всегда выдавал. Дим, приподними таблицу. Приподними выше, там, да, там разные игры. Вот. Давайте начнем вот с Ларки хотя бы. Она все-таки сейчас уже вышла на всех платформах. И как мы видим, Full HD на... Это на very high, то, что для ПК, в принципе, это вот сколько там? Стабильно, больше 60 FPS. Больше 60 FPS. Да. Тянет QHD, собственно, видишь, 67-59 QHD, это у нас, соответственно, VR-шлем, который им нужен. Ну и 4К стандарт для Sony 30 FPS, который так ненавидит все почему-то. Ну да, 4К будет поддерживаться, и очень неплохая прибавка. Единственное, очень, знаешь, что странно, вот в полной новости, да, инженеры PlayStation говорят о том, что при обратной совместимости они зачем-то будут отключать половину блоков видеокарты. Еще раз, при обратной совместимости. Ну, старые игры, когда будут грузить на прошке, будет отключать половину видеоблоков. Ну, скорее всего, для оптимизации. Чтобы... Я не понимаю, что за оптимизация такая, что у них там не получилось. Вопрос просто, как они игры оптимизируют для своей PlayStation, потому что... Ну, у кого будет старый, тем будет как бы, тех будет подтормаживать, видимо, скоро. Ну, у кого новое, у тех будет все хорошо. А потом, не знаю, наверное, просто скажет о том, что ну, не поддерживает. Или будете играть на медиум. На медиум. Да, да. Выбрал там медиум на PlayStation. Все же это нужно. На PlayStation Pro, в смысле? Нет, на обычный PlayStation. На обычный. Да. Загрузили, настройки похуже. Ну, насколько я знаю, там настроек на PlayStation обычную вроде не должно прибавиться, а вот на PlayStation Pro они вроде как будут. Причем, типа, будут, опять же, из разряда, вот как у Nintendo Switch обещают, одни... Full HD 60 FPS и 4K 30. Бум, PlayStation Pro. Да. Так, еще у нас новость забавная. Они запихали в четвертую PlayStation DDR3, наконец-то. Да, кстати, увеличили объем, насколько я помню. Нет, объем не увеличили. Там DDR3 не было вообще в принципе. В смысле, там DDR2, что ли, было? Нет, там стоял GDDR5, 8 гигов. Видеопамять. Видеопамять делилась между процессором и видеокартой. Да, одна на двоих, 8 гигов они там впихали в 2013 году. Ну, что-то, короче, не получилось у них, и они поставили гигабайт перед DDR3. Чисто для того, чтобы можно... Гигабайт? Да, гиг добавили. Один. Ну, все-таки зарабатывать-то тоже как-то. Она, кстати, еще дороже будет, PlayStation этот Pro, да? Ну да, она будет достаточно дороже. Уже 35 тысяч. Ну, кстати, как? Ну, видюк стоит 20 тысяч. Ну, вот этот обрубок процессора, наверное, 1004 гигабайт оператора. Ты хочешь заняться собственной сборкой, да, PlayStation 4 Pro? Ну, давай продавать, начинать. Есть одна проблема, мы не сможем туда эксклюзивы от PlayStation запихать. А у нас Windows 10 будет. И там будут эксклюзивы с Xbox One. Как не? Даже не, Microsoft уже разрешает это сейчас запускать. Ну, что-то есть, но... Forza работает. Ну да, да. Есть пока что только у них одна игра, которая до сих пор не заработала на Windows 10, это Sunset Overdrive. Это что такое? Ну, вообще прикольная игрушка, но... Ну, не работает. Ничего страшного. Забавная, ничего страшного, обойдемся без нее. Вот. Ну что, давай, наверное, переходить дальше пока что. Да, давай. Смотри, у нас тут сразу как бы две небольших новости. Первая забавная. Сегодня 27-го в ночь у нас Apple будет презентовать MacBook Pro. Вряд ли буду смотреть. Почему? Не нравится? Ну, я же тебе еще в прошлый раз сказал. Ну, ночью. Я лучше посплю, да. Единственное, что забавное в этой, как бы, что мы узнали, появилась первая, скажем так, якобы утечка фотографии реального MacBook Pro нового. Mm-hmm. О, нам сейчас, наверное, откроют. Да, сейчас откроют, я думаю, новость. А, да, вот, так что... Ну, смотри. Ну, ничего вот здесь. Ну, во-первых, видишь, то есть появилась эта сенсорная полоска, которую мы обсуждали в прошлый раз. А, вот вижу. Да, вот она, видишь, это маленький дисплей. Подожди, туда же еще и текст будет выводиться. Блин, а это круто. Ну, то есть да. Функционал у нее все-таки есть, и он, видимо, неплохой, он всякие, типа да. Уведомления. Смотри, помнишь, да, мы говорили о том, что Apple будет приучать людей пользоваться этой сенсорной полоской? Ну да, да. Вот посмотри внимательно на клавиатуру. Ничего странного не видишь. Она тоже сенсорная? Нет, она не сенсорная. Но она выглядит просто как сенсорная. Сейчас, я путаю углы. Левый верхний угол. Скейпа нет.
Они просто удалили Escape. И, судя по всему, Escape, как я понимаю, видишь, там cancel стоит. Ну вот, и вместо Escape туда, то есть придется все-таки пользоваться. Заставляет. Купил, пользуйся, да? Пиздец просто. А мы Escape убрали. Ну и, соответственно, всю клавишу... А, подожди, получается, там же у всех ноутбуков еще настройка громкости. У Apple же, по-моему, там... Все, видимо, уходит туда. Яркости. Ты знаешь, я вчера почитал комментарии вот к этому делу, народ уже рад, народ говорит, что это все правильно, то есть молодцы, что добавили, потому что кому нужен этот звук, кому нужна эта яркость, вот пусть будет там на сенсорных панелях, то есть все рады. Не знаю. Все уже начали обрадовать, говорят, что... Слушай, это как, фанаты Apple, раньше... они всегда радуются. Тут я вообще даже комментировать не буду. Нас это смотрит. Я не в часики хочу стрельнуть. Тогда мне MacBook стрельни уж, аж хочешь в часики. Не наглей. В смысле? Ну, на эфир давай. Давай. Я в прямом эфире с ними. Да, если вдруг вы смотрите, я готов, готов пользоваться Вась MacBook'ом готов, да. Во время эфиров. Он будет стоять здесь прекрасно такой. Здесь будет вот ваш логотип. Это будет круто. Нет, ладно. Собственно, к чему вообще про Apple? Ну. Дело в том, что перед тем, как сегодня Apple будет показывать MacBook'и, Microsoft сегодня показал все остальное. Все, кроме макбуков. Может, они и фотку слили макбук. Да, вчера прошла большая презентация Microsoft, на котором она представила какую-то тучу всякого оборудования. Интересности, я назову это. Я скажу так, странного. Нет, там много чего странного, да. Причем странного, начиная от VR и заканчивая Facebook'ом. Я не знаю, чем еще там. А, трансляциями, Microsoft, вот Microsoft Facebook не представляет пока. Хотя, да, наверное, могла. Они хотели, я перепутал что, немножко. Facebook прикупить? Да, у нас была тут недавно новость на тему того, что обнародовали документы, или кто-то сказал, проговорился на тему того, сколько они хотели купить Facebook. Ну, то опасно. Прошлом, слушай, хорошо не купить, году. Да, потому что Facebook бы закрылся, наверное, после этого. Microsoft тоже любит. Были такие она периодически любит. Она уже Nokia один раз купила. И все, где Nokia сейчас? Нет, только вот... Да, там все печально. В воспоминаниях, знаешь, когда моя 3310 работает неделю, у нее универсальная зарядка со всех сторон круглая. Сплом, да, когда была это. А мы можем это с двух сторон, а мы можем вообще как угодно, да. Ладно, в общем, фишка в том, что основные вот их идеи, давайте потихоньку начнем перечислять. Первое – это Surface Studio. Очень странная штука, очень странная. Это что-то вроде моноблока, я если не ошибаюсь. Ну, это не вроде моноблока, это просто моноблок. Это и есть моноблок. Но опять какой-то странный. Ты знаешь, опять технологии непонятно зачем сделаны. Ну. То есть это, смотри, это компьютер для дизайнеров, чтобы все понимали. То есть не для простых смертных. Ну, как обычно, да. Экран огромный, разрешение там 4500 по горизонтали у них. Ну, что, ну, нормально, 4,5 да? 4500 по горизонтали. Ну, вот, супер какая-то IPS-матрица, очень-очень тонкая. И вопрос в том, что этот экран делает, то есть вот он стоит, может стоять как компьютер, да, обычный, а потом может сюда сползти и встать перед тобой как один большой планшет. То есть вроде как дизайнерам должно быть это очень удобно. Рисовать вот тут что-то, ну, как вот, ну, не знаю, редактировать, чем занимается дизайнер. Мы сегодня не дизайнеры, да, мы не знаем. Пропустили лучше этот момент. Лучше Ваня Ефимова спросить. Да, ну или уже не загадить. Ну, уже не загадить, это, да. Это наш дизайнер. Дизайнеров. Но опять непонятно, как этим пользоваться. То есть на картинках, понимаешь, вот все фотографии этой штуковины, да, то есть когда экран вот так вот опущен, лежит перед людьми, люди стоят. Ну, видимо, да. Что просто сетчатку не выжигал, когда ты вот так вот сидишь и смотришь, не очень было больно глаза. То есть при этом они еще какую-то сделали приблуду, вот такую вот колесико. С вибрацией. Для настройки. Для настройки всякого, там типа цвета, палитры, всякого, еще чего-то, то есть переключение режимов. А, плюс, кстати, там будет встроенный, то есть это не просто монитор, это именно моноблок, то есть там подставки стоит Intel Core i7, мобильный GeForce, то есть пока почему-то объявили только 980M, я не понимаю, почему, кстати, не воткнули какой-нибудь 1080, когда он и вроде и жрет поменьше. Моноблок. И что? Но у нас ноутбуки на 1080 стоят. Ну, ты видел их размеры? Видел, Мат, видел. Это моноблок на 28 дюймов. На 28 дюймов. Могли бы запихать. Ну, в принципе, да, на 28 дюймов, то почему бы и нет. Вот, в общем, Microsoft в своем духе нам выпускает
представляет довольно странное, спорное решение. Ну, возможно, кому-то понравится. Также они там обновили Surface. Ну, на нем останавливаться не будем. Если эта штука до России не доезжает, а если доезжает... Да ладно, подожди, у нас предыдущие Surface же доехали в итоге, по-моему. Или они серые доехали? По-моему, серые. Они, а может, и доехали. Я ну, вот скажем просто так, в редакции Surface'ов не было. Мне в свое время Surface очень понравился. На уровне рекламы у них был очень классный прям ролик, он прям меня захватывал. Я думал, появится этот Surface, и я буду покупать. Но в итоге вот пришел Acer, и все. Я забыл про Surface, я доволен этим ноутбуком. Вот, следующее, что у нас появилось. Они обновили Windows 10. Ну, объявили об обновлении. Дело, куда, собственно, почему-то самое главное обновление касается Paint встроенного. То есть теперь там можно, он стал типа 3D-шный, то есть можно открыть Paint, нарисовать кружочек, он превратится в сферу. Нарисовать треугольничек, он будет пирамидкой. Угу. И можно будет покрутить, добавить типа свои фотографии туда. Я не понимаю, зачем, почему. Но есть прикольная штуковина в этом. Они еще объявили о том, что пишут, скажем так, приложение для телефонов. Ну. Вот, когда можно будет включить камеру, походить там вокруг какой-нибудь мышки и сделать ее типа 3D-модель. Да. Ну, это уже очень давно всякие такие истории я слышу про то, что собираются это сделать. Microsoft делает. Ну да, да. Ну, Microsoft это обязательно должно получиться. Ну, вряд ли. Они обычно не подставляются такими вещами. Ну, возможно, возможно, да, получится. Вот, ну, еще один прикольное обновление десятки. Они наконец-то использовали купленную компанию, как же она называлась-то, BIM. Это еще один сервис. Это трансляция, насколько да, я знаю. Да, сервис трансляции они купили. Это было, ну, типа, противопоставление Twitch'у. Вот, был такой сервис BIM, Microsoft приобрела и прикрутила к десятке. То есть теперь с десятки можно будет... То есть ну, напрямую же как... транслировать через это. Винже, по-моему, оно как-то так... Да, Винже. Винже. Ну, либо на джойстике это Xbox-ская кнопка. Ну, наверное. Контроллер обычный, ну, я просто да, на десятке не знаю. И прям туда трансляцию заливает. То есть, ну, в чем прикол BIM? Там, как я понял, все то же самое, что на Твиче, но люди, которые смотрят, они тебе могут давать какие-то подсказки. Ну да, там что, вроде обещают какую-то интеграцию с типа чатом и зрителями, но вот какую пока что особо нету, я так понял, представлений. Скорее всего, это просто, не знаю, будут подсказки выводиться на экране, или чат там будет периодически всплывать там в каком-то определенном месте, чтобы там, или там, я не знаю, подскажите чат, где там вот это вот на экране, и там раз, тебе кто-то прям трансляция обвел, она у тебя появилась. Но это... Идея интересная, в принципе, вот, но вопрос... Вопрос в интеграции. Да. Как она будет работать, насколько думаю, она будет хорошо интересна. Хорошо работать, насколько будет популярна. Да. Соберет подписчик, да. Не соберет подписчик. В России, соберет, скорее всего, да. Навряд ли, мне кажется. Мать запретил запускать в России. Microsoft такие, короче. Эй, там Василий считает, что не зайдет. Твич, не волнуйся. Не переводим на русский. BIM не переводим на русский, все, не паримся, не паримся. То есть Cortana это ты тоже, да, на чудесный, который до сих пор никак не переведет. Я тоже думаю, Cortana, да зачем она нужна? И Microsoft такие, Василий сказал, Cortana не нужна, не переводим на русский. Слушай, Cortana, кстати, прикольная штука, я помню, у меня был телефон на Windows. Я помню, нам какой-то ноутбук приехал, и в нем почему-то работала Cortana на английском. Я не знаю, почему. Нет, у меня был телефон на Винде, и то ли в том году, то ли в позапрошлом. И у меня там стояла Cortana, и я с ними в натуре разговаривал. То есть я катался на борде, и чтобы не доставать телефон, она мне читала смс-ки, я говорил, что ответить, она мне куда-то звонила. Ну, правда, не всегда туда, куда я хотел, набирал. В принципе, кстати, рабочая технология, очень прикольно. То есть вот Siri меня не так хорошо не понимает. Она вообще девочка очень обидчивая, Siri. То есть, ну, как-то вот не складываются у нас с ней отношения, я ее даже отключил. Понятно. Ну, вот, ладно, слушай, еще одна прикольная новость по поводу Microsoft. Ну. Они тоже двинулись в VR, как ни странно. И при этом они решили круто сбить цены на шлемы. То есть вчера было объявлено, что... Я пока еще не очень понял, что делает Microsoft, но, по-моему, Microsoft будет разрабатывать какую-то технологическую базу и отдавать ее производителям. Угу. То есть типа там Asus, Acer, MSI, еще там, ну, все вот эти братья. Вот, и шлемы будут стартовать всего от 300 баксов. То есть не как сейчас 700-800 за HTC Vive и там Oculus, а
три сотки и шлем эти, да? Вопрос просто, что в них входит, потому что это, судя по всему, просто шлем. То есть, ну, там экран. Ну, понятно, просто экран. И трекер. Причем, кстати, они трекер. Но трекер собираются... все-таки будет, то есть. Трекер будет причем в шлеме. То есть тебе уже не понадобится камера, не понадобятся вот эти все установки. Трекер запихают в шлем. А, ну то есть посредством гироскопа, видимо, он там, да, будет работать. Да, и будет работать. Вопрос в том, что цену сбили. Вот уже пошла тема, ну, того, да, что цены полетели на VR. То есть, соответственно, скоро полетят цены на Vive. Ну, на Vive не знаю. Но вообще это на самом деле очень плохая тема по сбиванию цены на Vive особенно. Почему? Чем больше будет, меньше будет цена на Vive, тем более он будет популярен. Чем больше, да, у него будет популярность. Но вот сейчас на старте никто особо не купит. Не купит. И да вопрос... покупает. Да не, понятное дело, что покупают, но просто... Да понятно, да. Но просто фишка-то в чем, смотри, если они так часто будут обновлять вот эту свою линейку, это будет не очень хорошо сказываться на аудитории, сам понимаешь. Ну, да. Они будут ожидать, что сейчас вот еще один новый выйдет, вот тогда куплю. А, нет, вот тут еще сказали, что еще один новый выйдет, вот тогда-то куплю. Плюс уже понимаешь, то есть я вот он только... Согласен, не, просто да, смотри, только вот недавно появился HTC Vive, да, а уже появились фотки новых контроллеров для него. Ну да, мы в прошлый раз с тобой обсуждали это дело. Ну, это... кстати, у Oculus тоже появились новые контрольные. Ну, Oculus. Да, и... Кто хорош смеяться над Oculus. Кто еще помнит про Oculus? Может, он сюда придет и предложит нам по 1000 дней, а потом окажется, что ты над ним ржал постоянно. Не, Oculus хорошая тема, но не Vive, конечно, ладно. Oculus хорош, но это... Совсем. Не, ну ладно, прикольно, что сбивают цены, прикольно, что все ломанулись. Причем на этой неделе я уже не стал сюда выделять. Xiaomi, по-моему, еще представила свои шлемы, куда телефоны вкладывать. А, по-моему, что-то Nimezu тоже показала какие-то. Ну, что-то обещали, да. Ну, все ломанулись, ну, Google в эту тему. Мы еще вроде в прошлый раз обсуждали тоже. Слушай, Google, он просто взял и тут купил очередную фирму. От ней фиг делать. Слушайте, мы тут Dream решили выпустить. Да, может быть, еще какую-нибудь вариацию сделаем? Не хватает. Да, вот она купила фирму iFluence, которая отслеживает движение этих... Как их называют? Которым мы смотрим. Глаз! Движение глаз. Непонятно, зачем пока сделал, но, видимо, будет управление как бы... Ну, вот, курсор перемещал глазами. То есть, ну, Google просто купил, потом решат, зачем, куда. Не знаю, вообще на самом деле это управление очень нативное, вот как по мне. Вот попробовал его в PlayStation VR. Ну, вот, управление чем? Ну, не то, что глазами, а вот поворотом головы и зрением. Ну, голова вот стоит, но зрение еще возможно, знаешь, я пробовал. Не, ну просто тут фишка в том, что... Ну, не, ну тут же получается зрение в основном. Ну, глазами что... шевелить, да, вот туда-сюда, туда-сюда. А, да, то есть просто вот именно... Да, я пробовал эту фигню, и она называется у компании Tobi E, с ними MSI сотрудничает, я не воткнул. А да, MSI в Моник, насколько я помню, хотел в какой-то свой это впихнуть. В монитор, в компьютер, то есть такая полосочка с компьютером поставляется, да, да, да. Потом еще там в ноутбуке есть GT 72, по-моему, uh-huh. 72 GT, он идет с Tobi встроенным. Ну, подожди, то есть он прям вообще нормально определяет вот то, что ты смотришь на экран, и он тебя так там выбирает. Оно определяет, но это, знаешь, как типа вот мы обсуждали Intel RealSense, да, то есть оно определяет, но зачем, никто не знает. Понятно. Не, ну просто ее прикрутили, подожди, к Assassin's Creed, по-моему, то есть там вроде как, ну, смотришь в разные стороны, и у тебя камера перемещается. Uh-huh. Ну, странно, что. Подожди, а для управления мышкой это нельзя сделать разве? Или они просто не реализовали это? Потому что на самом деле это вот было бы интересно, но вот просто тупо посмотрел туда, грубо говоря, моргнул, у тебя выбралось. Там дабл-клик, двумя два раза моргнул. Моргань заман. Ну, это да, это понятное дело, но в принципе-то почему бы нет? Или там просто из мышки это сделать вот кнопку для нажатия. А смотреть вот просто тупо глазами. Слушай, ну, про кнопки для нажатия. Ладно, чуть попозже, может, дойдем. Нажми на кнопку, получишь результат. Ладно, про VR. Давай вернемся все-таки к VR. К VR, да, да. То есть вот Google прикупил вещь. У нее уже, кстати, появился о том, что они... А, хотя это уже была новость о том, что они разрабатывают свой опять крутой шлем. Типа противоположность Vive. Ну, то есть Daydream это просто для мобилок, это так? Ну да, у них есть еще очень, ну, типа, большая гарнитура, то есть, ну, для компьютера, ну, прям, вот эти которые, дела, да. Пока информации особо никакой нет, но, видимо, для них закупили новую технологию. Ну, вместе с патентами все забрали. Ну, понятное дело. Ну, ладно, что еще понравилось? В понедельник
началась сертификация, первое обсуждение сертификации нового версии Wi-Fi. С клевым названием 802.11ad. Ну, сейчас у нас АЦ-шка идет, и начали сертифицировать AD, 802.11ad, который называется Wi-Geek. Ну, в чем прикол? Огромный пропускной канал. Огромный пропускной канал – это как бы намек на то, что эту фиговину засунут в конце концов в VR-шлемы и уберут один из проводов. Один. Ну, HDMI как минимум. Не, наверное, можно будет команду брать, я не знаю, зависит от задержек. То есть, если поборят задержки, то шлемы могут стать беспроводными полностью. Ну, интересная может, штука, конечно, но я не знаю. Ну, просто... Да на улицу уже, блин, сделали VR-рюкзаки. Есть у MSI. У MSI есть рюкзак, реально, который работает, правда, всего полтора часа. Какая-то вообще космическая штуковина, но это просто ноутбук. Вопрос, лямками. Кстати, сколько он весит? Ты не пробовал, не смотрел? Килограмма два. Знаешь, его привозили на Игромир, но его как-то так хитро спрятали, что я не нашел там. Я узнал немного позже Игромира о том, что там был этот бэкпэк. Вот Кожемеха у нас пишет в аду. Всегда огромный пропускной канал, в который можно много что засунуть. Это кто пишет? Кожемеха. На Твиче, в комментариях. Я бы не засовывал в канал ничего особенного. Не стоит. Ладно, в канал в аду мы не будем ничего засовывать. Ладно. Ну, прикольная тема. Не, вообще тема прикольная, если разрабатываются новые технологии. Но опять, смотри, здесь фишка в чем? Я думаю, что есть подозрение, что это может быть как с 5-герцовой сетью в России. 5-герцовка же у нас запрещена. Знаешь, она запрещена как-то странно. Ну, как-то странно, то есть то устройства кто-то поставляются, насколько есть, я знаю. Герцовые, да, кто-то жестко блокирует у себя, чтобы не было каких-то проблем. Там, я не помню, надо погуглить эту тему немножко, скажем так, чтобы больше конкретики было. Может, конечно, было. Уже что-то но вообще, да, разрешили, но запрещают. Вот есть такая... То есть можно купить топовый ноут, который не будет 5 ГГц. Да. А это беда. У меня дома это вообще беда. Да, прошла одна у нас на работе компания. Это вообще беда, потому что без 5-герцовой сети я вообще плохо представляю, как у нас сейчас будет работать Wi-Fi. Потому что у всех, у кого нету 5-герцовой сети, у нас она у всех отваливается. Да, потому что перенасыщение просто дикое. Дикое, да. Ну, мы сидим на 5 ГГц, мы молодцы. Ну, у нас, да, у нас благодаря компании есть. Не, у нас еще у нас вот эти вот два роутера, которые до этого стояли, которые мы закупали сами, тоже 5-герцовые. Да, не, ну 2.4 это беда сегодня. Да, да, беда. Да. Так что тут надо подождать официальных анонсов, когда оно приедет в Россию, насколько оно будет разрешено. Его если пока оно... еще не сертифицировали даже. Но его пока что не сертифицировали, даже да. Не запускают. В ближайшее время вряд ли будет, может через годик полтора начнут. Но вполне возможно, это может использоваться, знаешь, как вот не Bluetooth, а VD. Wi-Fi и так использует обычный Wi-Fi канал. Ну, на данный момент Wi-Fi, знаешь, да. Такая технология, она с одной стороны прикольная, то есть если кто не знает, Wi-Fi это прямой коннект между, допустим, телевизором и планшетом. Да, то есть можно прямо на планшете запустить, да, через фильмец Wi-Fi. И смотреть на телевизоре. Ничего, да. Без проводов, без всего. Просто экран вот вашего устройства точно так же можно. Туда. То есть только должен быть обязательно чип Intel в ноутбуке стоять, иначе не будет поддерживаться. То есть с любым другим не работает никак. Но вопрос в том, что вот на сегодня канала не хватает. Да, он, кстати, он там еще задержки жуткие. Задержки бешеные просто. То есть играть нереально практически с этими задержками. Фильмы периодически тоже смотреть невозможно, потому что у тебя идет сначала картинка, а где-то через полминуты-минуты подлетает наоборот. Звук. У меня звук застревал. Ты звук врубал на устройство или... Нет, ну, к телевизор шел. На телек? Да, я просто... на телек шел и как бы я все просто, это... к сожалению, без звука проверял всю эту штуку. Слушай, ты сейчас смотрю вообще, да, без звука тебе нормально. Ты Nintendo без звука. Ну, 5 раз. Ни разу не включи. Я просто, понимаешь, у меня в квартире нельзя вести себя очень громко, поэтому... Почему? Соседи? Да, соседи не очень любят. Хотя они ведут себя очень громко по ночам. Меня достало, как храпит сосед. Но как только я чуть громче себя начинаю вести, он стучит мне в стену. Не ну, очень хороший человек. Ты тоже у меня соседи вообще раньше бухали наверху. Ну, не, у меня там боулинг, судя по всему. Я чаще всего... У всех соседей сверху играют боулинг. Я не знаю, чем они занимаются. Я не знаю, почему, но я постоянно слышу, как там катают шары по полу. Металлические. Металлические шары, да. Они постоянно падают куда-то, катятся, стучат.
Беда, нет, меня еще соседи периодически заливают, но... Совсем другая история. С странными жидкостями. Как-то мы с тобой странно перешли от новой технологии Wi-Fi к нашим соседям сверху. Ой, я думаю, надо возвращаться и давай двигаться, наверное, дальше, а то у нас новостей дофига. Да. Ох, ладно, давай. Слушай, ну наши любимые, давай к видеокартам. Давай к видеокартам. Как я и говорил, к нам пришла 1050 Ti. Ti. Обычной 50-ки у нас не было. Я, кстати, его пытаюсь принес. Вот смотрите, вот у нас Ti-ка. Куда показать-то, где камера? Вот, да-да-да, Ti. Это Asus-ская версия, разогнанная. Карта оказалась огонь. Да? Да. Прям огонь-огонь. Цена ни разу, конечно, не 10 500, а где-то сейчас 12-13 она получается. Угу. Вот, если сравнивать с прошлой 950-й, то где-то плюс 30%. Угу. У меня есть ссылка, давай покажем тесты. Это штука. Вон уже показывают. Вот, да, все показано. Мы не стали тестить в 4К и в QHD лезть. Ну, как смотри. Ну. То есть Full HD все тянет. Да. Не везде максимум, то есть, ну как бы 30-35 FPS везде есть, что? То есть Very High уже 50 плюс кадров. Да, прекрасно все работает. Замечательная фигня. Дивизия вообще 30 кадров на максимумке. Вообще спокойно, без всяких проблем. Да, не, ну Deus Ex, конечно, не работает ни разу. По-моему, не работает за раз так. Там с оптимизацией какие-то некоторые проблемы. Его как-то странно написали. Да. Шестая цифра, ну прекрасно, все идет. На ультрах он, да. Да, ну как бы опять же, то есть те, кто любит 60, им не понравится, но те, кто любит 60, берите 1070, да, то есть не стесняйтесь. А кто готов играть на 30-35 FPS, он все прекрасно пашет. Ну и отлично. Мы протестировали, на следующей неделе будет полный видеообзор. Mm-hmm. Кстати, прикольно про 1050 и 1050 Ti всплыла новость. Дело в том, что в официальных технических характеристиках, которые NVIDIA всем прислал, в табличке написано, что карта построена на 14-нанометровом техпроцессоре. Угу. Ну, куда ты засунул ее? Вась, вытащи оттуда видеокарту. Ты достал туда какую карту засунуть постоянно. Любитель. Я хочу ее прочувствовать. Слушай, чувствительно. Короче, смотри. У нас весь Паскаль был на 16 нанометров. Тут вдруг оказалось, что NVIDIA перешла на 14. Угу. Хайп очень большой. Причем мы, когда готовили сейчас текст под это, ну, под видео, нам ткнули носом, что вроде как 14, а у нас написано 16. Так вот, чтобы не было недомолвок, рассказываю. NVIDIA делает все свои чипы не на своих заводах. Она заказывает мощность у компании TSMC, тайваньский завод. Собственно, тайваньский завод сегодня шлепает Паскаль на 16 нанометров. Так. Весь Паскаль идет на 16. И как я понимаю, на данный момент настолько большое количество заказов 1050 Ti, что TSMC только не справилась. Вообще не справилась. И NVIDIA сейчас приходится часть, не все чипы, часть они перебросили на самсунговские заводы. Угу. У Samsung заводы, которые производят чипы, вроде как работают на 14 нанометрах. И поэтому в некоторых технических характеристиках появляется о том, что Паскаль перевели на 14 нанометров. Но 14 нанометров Samsung — это почти то же самое, что 16 нанометров TSMC. Это я просто к чему. Классный разброс, да. Это как когда это на даче, тут что-то участок надо было мерить. Вот, и у нас там что-то получалось так, что он меньше, чем по документам. И нам сказали, ну это погрешность. Нормальная такая типа погрешность. Метра 2-3 погрешность. Я такой, что? Ну, типа, погрешность измерения? Ну, типа, ну. В твою пользу. Кстати, соседям ушло. Фишка в том, что да, не в мою пользу. Я такой, что? Какая погрешность? Вот у меня, типа. Слушай, погрешность погрешностью. Я, короче, года два назад смотрел телевизор, и там была прикольная новость о том, что бабушка купила себе квартиру, ну или дали ей новую квартиру, не суть важно. Короче, однокомнатная квартира, въехала туда, грубо говоря, весной, да. Ну вот, квартира голая абсолютно, то есть бетонные стены со всех сторон, да, то есть ничего нет, ни мебели, ни обои, ничего. Ну а так как это весна, пора на дачу, она уехала на дачу, там землянику сажать, картошку, там вот это все дело. Возвращается обратно осенью, ну заходит в квартиру, те же голые стены, все то же самое, ну что-то не так. Короче, узнала, что сосед, у которого была точно такая же пустая квартира. Пока она была летом на даче, он снес стену и построил ее заново, но на метр ближе к ней.
помочь немножко себе увеличить. Просто квартире. А ты говоришь, забор неправильно посчитали 2 метра. Да, бывают такие истории. Ладно, ладно. Я знаю, что сделать теперь с соседом, который храпит у меня за стеной. Подвинем стену ночью. Вот, короче говоря, ладно, про эти нанометры. В общем, просто имейте в виду, что если вы увидите где-то 14 нанометров, то есть это никакая не сенсация, то есть это те же 16, но на другом заводе делается. И вряд ли этих чипов будет сильно много. Я думаю, как только хайп немножко спадет, вот этот ажиотаж вокруг 1050, все вернется к 16 нанометрах на TSMC-шных заводах. Вот, кстати, о TSMC. Появилась информация о том, что они могут в скором времени перейти на 7 нанометров. 7? То есть это в 2 раза уже сократить получается? Ну да, ну а сколько можно вот эти 14, 10, да, то есть семерку сразу, видимо, сделают. Неизвестно, когда это произойдет. Подожди, ну что это вообще дает? Это дает возможность больше впихнуть процессоров в один блок, я правильно понимаю? Ну да, у тебя просто становятся меньше эти, как транзисторы. Транзистор. То есть 7 нанометров это, грубо говоря, размер транзисторов. Транзистор у нас отвечает, ну, как бы это сказать, за одну, ну, ой, долго объяснить. Грубо говоря, одну вычислительную мощь. Давай так, да, да, да. Проще так сказать. Чем у тебя их больше, соответственно, тем больше там можешь запихать. Ну и плюс, как бы, когда ты снижаешь размеры чипов, у тебя зачастую появляется возможность увеличить их частоту. Ну, собственно, то, что NVIDIA сделала с Pascal. Да, Pascal же он совершенно не новый, это старый, ну, как старый Maxwell, вот прошлогодний Maxwell, которого просто снизили, техпроцесс понизился, увеличилась частота, при этом даже блоков стало меньше. Вот, ну, в общем, скоро будет 7 нанометров, так что, скорее всего, нас ждет очередной какой-нибудь Pascal, ну, что ты умираешь там? Отличный комментарий в чате про то, что 14 нанометров на самом деле это не сенсация. Да, 7 огонь, да. Это горе. 7 это на самом деле горе, ладно. Слушай, напиши, что 2018 год, годика через 2 появится. Ну, годика через 2, но это получается уже либо... Ну, как раз и... Это либо 11, нет, это уже получается 12. Получается, 11 же у нас должна появиться серия уже, наверное, в следующем году. Ну, я думаю, да, появится. Ну, вот, это 12 будет еще через год. Ну, то есть, ну, посмотрим, как NVIDIA будет тянуть. Ну, может быть, да, 11, по идее, они же должны новую архитектуру сделать. То есть, на 16 нанометров будет новая архитектура, а потом они, скорее всего, переведут на 7 нанометров. А может, не переведут. Они же в прошлый раз не смогли перевести. Да? А когда уже когда-то пытались? Она же была на 28 нанометров, потом должны были прыгнуть на 22. TSMC построил мощностью, ну что-то как-то не получилось. Не зашло. Не срослось, и они сразу прыгнули потом на 16 нанометров. Понятно. А, вот, смотри, помнишь, в прошлый раз говорил, что где-то на 90% начнется война цен? Ну, то, что вышло 1050, 1050 Ti, и, скорее всего, AMD скинет цены, AMD скинул цены. Официально, да, скинул, все меньше. Ну, там не сильно много, то есть где-то они 10 баксов поскидывали с 460 и с 470 RX-ов. Но стало более привлекательно. Купай, что ты радуешься? Есть 110 баксов. Ты готов теперь брать? Не знаю. Вот, ну, очень подешевели. Плюс еще появилась новость о том, что у них появится промежуточный вариант между 470 Radeon и 480 Radeon. И вроде... 470 Ti, как любят это NVIDIA делать. Нет, у них не будет. У них не Ti-ка, у них... Нет, подожди, это какой-то... Нет, не знаю, какой-нибудь... Да 475. Ну, тоже неплохо под ним. Причем говорят, что уже появились... информация о Radeon RX 470D, который будет продаваться исключительно на китайском рынке и который уже обгоняет 1050 Ti. Ну, блин, это неплохо. Приедет ли к нам, не приедет, я не знаю пока. Ну, я не помню, что из Radeon'ов у нас добралось до нас, потому что, по-моему, 480 ее нету. Погодь, не позоримся. Ты ее тестил, мы же говорили, PlayStation 4 Pro ты затестил. Нет, вся линейка Radeon здесь есть и довольно неплохо. А с чего тогда они должны провести вот эту новую, про которую мы сейчас говорим? Ну, имеется вообще запустить. То есть, как говорят о том, что появилось 470D для китайского рынка, только китайского. Но я надеюсь, что запустят, наверное, и на наших рынках. Должно заработать, да, вполне. Вот. Ну, собственно, про видеокарты, наверное,
Закончим, думаешь? Да, будем заканчивать. То есть единственное, о чем можно сказать... AMD, кстати, сообщила о том, что у них появится рабочая видеокарта с 1 терабайтом памяти. Подожди, терабайтом. Да, ты подумай, терабайт памяти. Терабайт памяти. Терабайт памяти. То есть мы туда винду можем накатить, если что. Да, и быстро стереть ее. И быстро стереть ее. На самом деле там довольно какая-то странная ситуация. Она, это Vega 10. Подожди, это видеопамять терабайт. Нет. Короче говоря, на к видеокарте они собираются прикрутить 2 M2 слота под SSD-шки и установить туда 2 SSD-шки по 512 гигов. Для чего? А вот это пока никто не знает. Поэтому, собственно, главная проблема, что никто не знает, зачем. Мы SSD-шки вставим вам в видеокарту, чтобы у вас там были. Они просто будут, да. Не, на самом деле как? То есть, как я понимаю, какие-то программы, которые запрограммируют под это дело, они будут туда заливать свои, ну, какие-то блоки данных на эти SSD-шки. А потом с SSD-шек, так как не будет прослойки между процессором PCI-Express, они будут заливаться уже в видеопамять в видяхе. Ну, быстрее будет. Ну, просто, в принципе, это получается будет очень круто для обсчета видео. Да для всего круто. Если бат напишешь. Ну, ты же сам знаешь, куда не поддерживать. И все. Да. Куда же есть точно. Да. А, слушай. В прошлый раз пропустили. Power Color, наконец-то, вот одна из первых вещей, которую реально можно купить. Выпустила... Кого? Блок для ноутбуков. То есть можно к любому ноутбуку подцепить. Эту штуку я слышал, да. Причем еще выходила прям, знаешь, док-станция для этого всего, насколько я знаю. Это и есть док-станция. А, это тоже док-станция. Да, она выпустила док-станцию, которую реально от теперь можно купить. От Power Color, да, сделала. И можно к ноутбуку прицепить обычную десктопную видеокарту. На живую, причем, насколько я понимаю. Ну, я не знаю, насколько на живую. Ну, то есть, ну, в смысле... Ну, ты поставил ноутбук, воткнул провод, и у тебя появился GTX 1080. Да. Стоит, правда, эта штуковина каких-то нереальных денег. Ну, она стоит 400 баксов без видеокарты. Я не знаю, за что. Я вот никак понять не могу. То есть, надо запросить, конечно, компании. То есть, такая штуковина есть у Asus, надо им будет позвонить, узнать. Но вот сейчас вот $300-$400 за вот этот бокс. Ну, как, ну, там есть, конечно, блок питания, PCI-Express порт и переходник на Thunderbolt 3. Вот, ну, тут вот еще зачем-то USB 3.0. Ну, ничего, хорошо. USB да. Всегда полезно. USB всегда полезно. Ну, а тогда, но... что, классно, такую штуковину к ноутбуку придел к небольшому, да, и у тебя хорошая игровая машина. Да, почему если не считать, что будет стоить, как полноценный ноутбук игровой. Ну, тут вполне возможно. Да. Тут вполне возможно, конечно, вопросы... Не, ну тут смотри, в чем фишка. Фишка в том, что ты можешь уже и видюхи менять. То есть тебе в ноутбуке... не придется покупать новый ноутбук для того, чтобы увеличить его производительность. Знаешь, я знаю одного человека, а вообще сейчас же ноутбуки, очень многие, вот старшие особенно... Модели. Да, типа там MSI GT73, 72, 60-ки у них некоторые были GT-шки, они идут с MXM-графикой. MXM — это съемная графика. Есть у меня один очень хороший знакомый, который реально поменял видеокарту в ноутбуке. Сам. Заказал ее за дикие деньги, то есть, как я понимаю, можно было еще один ноутбук купить за деньги. Вот. Разобрал и поставил новую видяху. И был очень рад этому. Ну вот. Хотя к тому, что можно поменять, не обязательно бокс покупать. То есть, главное было бы желание. Знаешь. Главное было бы желание. Ну фиг знает, просто фишка в том, что, насколько я помню, там еще своеобразная... Там же не термопастой видюха, насколько я помню, соединяется с охлаждающим молью. Ну там термопластины или что-то в этом роде. Я просто много читал на эту тему. Слушай, термоинтерфейс. Термоинтерфейс это та же практически термопаста, только вот она. Ну вот говорят, то, что она термопаста жвачка. Хуже передает, чем вот эта вот термоштука. И термоштука стоит очень намного дороже, чем термопаста в десятки раз. Ну да, термопаста тюбик стоит 30 рублей, это 300. Что ты в этом районе знаешь разницу? Да нет, там копейки, то есть это термопаста. Ну, понятно. Да. Термопаста, понимаешь, она же зачем нужна? Она исключительно для того, чтобы удалить воздух между кулером и площадкой процессора. Все, она больше ни зачем не нужна. Ну и чтобы какая-то прослойка была между ними. Ну, без прослойки, как же можно да, жить? Да, как же без прослойки-то? Слушай, у нас нет вопросов, мы заканчиваем, в принципе, с основными темами. Да. Тут, кстати, были вопросы на тему того, что зачем нам 1050, если есть 1060, и все будет норм, и она топ.
Ну, как сказать, ну, 1060 стоит 17-18 тысяч, даже до 19, где-то в районе 20, да, ну, по-моему, в прошлый раз смотрели. Uh-huh. А 1050 Ti обойдется в 12. Ну, это большая разница. Uh-huh. Это, грубо говоря, в полтора раза дешевле. Ну, да. Ну, плюс еще вот пишут, что меньше 30 FPS на 1080 на хаях – это затычка, а не видеокарта. Ну, затычка, да, для кого-то, то есть если нужно минимум 60, я опять же говорю, это GeForce GTX 1070, а это 30 тысяч рублей на сегодня. Mm-hmm. То есть, ну, как бы, есть за 12,5 тысяч можно получить 30 FPS, а за 30 с чем-то тысяч можно получить 60, ну, пожалуйста, как бы. Никто не мешает поставить на место затычки что-то полноценное. Были бы деньги и желания. А так, на мой взгляд, Ti очень классная карта. Мне нравится. Хорошая вещь. Не, хорошая, в принципе. А главное, слушай, она бюджетная. Но это бюджетная видеокарта, бюджетная. И нужно понимать это. Она маленькая. Это. То есть на ней можно построить КТПЦшник. Не, она, ну, принципе, реально, да, мелкая. То есть, ну, ну, ну что там, куда ты ее засунул, ты же? Ну, она широковата, на мой взгляд. Слушай, ну, это версия от Asus. То есть, в принципе, они же наверняка вот такие будут уходить. Здесь есть две вертушки, ну, две для того, чтобы она просто была потише. Можно было бы оставить одну, то есть ничего страшного. Но она открутилась. Кстати, берет она 1700 МГц. 1700? Да, некоторые ушлые люди до 1900, я не понимаю. А дальше, по-моему, у них опять блок. На дальнейший разгон. Понятно. Ну, не знаю, неплохо, неплохо. Клевый вообще чип, и, кстати, без дополнительного питания. На одном PCI-экспрессе работает. Да, да, да. Подожди, что? Заметь, вот здесь вот дырка, где должно было стоять питание, а его нет. Ну, типа, вот видите, да? Вот тут, ну, вот как бы даже оно вот... Да, здесь обычно стоит питание, тут решили не ставить. Да, для тех, кто вдруг не в курсе. Так, ну, давай, наверное, двигаться дальше. Переходим к следующим новостям, а дальше у нас куча всего интересного. Ну что, будем выбирать? Давай, я думаю, как в прошлый раз будем выбирать, что нам самим интересно. Начинай ты, давай. Нет, ты начнешь. Я начну. Ваше первое право. Ох, слушай, я даже не знаю, с чего начать. Вот я думаю, мне вот в последнее время у меня очень много связано с фирмой Xiaomi. Я думаю, я начну именно с этой новости. Xiaomi предоставили термос с дисплеем OLED за 26 баксов. Слушай, молодцы. Это как с чайником, не хватало. Вот именно этого не хватало. Да, да, к сожалению, не хватало. Ну вот не знаю, насколько он нужен, ну как нужен, обязательно. Ты же когда в термосе что-то носишь, ты должен смотреть, сколько там температура. Ну да, да. Без да. этого термоса, ну, как бы нет. Ладно, в общем. А слушай, картошечка, ты будешь брать, да, я чувствую? Ну, я подумаю. Ну, 26 баксов, да, я не знаю, зачем мне термос за 26 баксов. 26, вот. Это сколько 26 на 6? Сейчас, подожди, железный цех не может без калькулятора, друзья. 26 на 6. 1500, слушай, даже недорого. Недорого, как чехол для телефона. Ты же Xiaomi, да ладно, сейчас чехлы для телефонов столько стоят, хочешь сказать? Ну, хороший чехол стоит 1000-1500. Давно я не покупал чехлы. Ну, а тебе не надо, тебе там это... Вот так вот телефонами раскидываюсь, да? Ладно, в общем... Я, по-моему, такой сломался побыстрее бы, дай ну купи. В общем, умный термос. Да, вот кто купил умный чайник? Вроде как его можно использовать как чайник-заварник. Вот. Можно, но не стоит, я думаю. Да, и в переводе с китайского мне очень понравилось название Kiss Fish CC Cup. Это магазин, приходишь, так и говоришь, дайте мне вот, дай кись-кись-кись, вот немного. Вам один кись-кись или два кись-кись. Кись-кись, пожалуйста, не кись-кись, пожалуйста. В общем, вместимость термоса равна 535 мл, он оснащен дисплеем OLED. Пол наш формат, да, такой? Пол-литрышечку мне, пожалуйста. Слушай, а он холод держит? Ну, если это термос, он должен держать холод. Но я думаю, на OLED-дисплее он не будет показывать холод. Почему? Ну, тут нету места под минус. А там есть такой, этот, ну, типа, пищалка то, что потеплело пиво. Надо торопиться. Теплеет. Еще теплеет. О, ладно.
В общем, не знаю. Короче, понравилось. Нужно, да. Вот пишут, что он может поддерживать температуру более 62 градусов в течение 7 часов. Для достижения для термоса. Да, также его можно использовать для хранения прохладительных напитков. Термос может в течение не менее 6 часов не позволять температуре внутри подняться выше 10 градусов. Ну, это как раз в холодильнике, вот дверцы где-то градусов 5-6, да, по-моему? Ну, наверное, да, около 10. Да, мясо лежит в 0 градусов как раз в отдельном боксе, а там плюс 5-6, и там вот на дверце вот они стоят. Да, да, да. Перелил в термос, взял с собой. Вась, видишь, тебя тянет куда-то, не в те дебри, меня еще я и виноват. Ты же выбрал про термос. Понятно, ладно, давай двигаться. Знаешь, дальше. Еще классно, чтобы он показывал не только градус температуры, а еще крепость. Такой нажал кнопочку, да, и он такой, еще это, столько-то, да, промилле. Перелил, разбодяженный. Разбодяженный, да, что-то не так. Меняется, да? Да, да, вот это выветривается, выветривается. Не, все молодцы, молодцы, ребята, старались. Смотри, я, короче, такую штуку вчера раскопал. Я долго втыкал вообще, что это такое. Ну. Amazon, короче, продает кнопки. А у нас давай телевизор погас? Для чего? У нас, да, телевизор, к сожалению, погас. Сейчас... Войдай, видимо. Можно тебя попросить? Вот там вот на маленьком столике нет, тебе придется с другой стороны обойти, к сожалению. Да, простите, Дима, просто первый раз на самом деле ведет эфир, могут быть некоторые... Да, вот, и просто нажми кнопочку включения телевизора, а лучше даже дай пульт мне, это будет круто, он алло, спасибо, спасибо. Ну, новый технический гаджет у нас тут. Да, 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 да. Короче, что разыскал? Ну, Случайно нарвался, потом долго пытался понять, что это такое. Ну. Amazon продает кнопки для покупки. Я, вот, в смысле, вот, подожди, вот, вот, вот видишь эту штуковину? Ну. Мы ролик можем показать? Да, можем. Да, давайте запустим без звука ролик. Ну, без, ну как, ты, как ты любишь. Как мы... А, нет, подожди, его в новости нет. Дим, там есть ссылка на YouTube. Все вижу, да. Да, 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 открой. Короче, что это такое, что придумали? Ну. Вешаешь кнопку, допустим, в туалете. Такую, ну, на липучке привесил кнопку рядом с туалетной бумагой, да? Угу. Вот прям с ролл. И вот ты, в общем, сидишь и замечаешь, что бумага начинает кончаться. Угу. И ты, чтобы не забыть ее купить, нажимаешь на кнопку, угу. И она сконнектится с Wi-Fi роутером, угу. И отдает сигнал на то, чтобы у тебя в корзину Амазона добавилась туалетная бумага. И идея Амазона в том, что ты вот этих кнопок можешь понавешать везде, да, то есть где-то, то есть ты можешь повесить рядом там, вот, ну, как вот в рекламе, там, на кофейную машину, вот на Тайд приделать, да, то есть у тебя заканчивается порошок, ты нажал, тебе Тайд добавился в корзину. Не, вообще идея интересная, вопрос, по какому принципу он работает, по Bluetooth, по Wi-Fi или вообще как? Я тебе говорю, по Wi-Fi, нажал кнопку, он законнектился с роутером и отдал сразу сигнал в Amazon, отправил, ну, к твоему аккаунту привязал, привязанная кнопка. Стоит одна кнопка всего 5 баксов. Ну, в России, знаю, ну, не, естественно, вообще... не работает, ну, смотри, какая фиготень, а. Не, ну, зубная вообще, паста, кстати, заканчивается, круто. Раз, типа, прикупил, сразу закинул себе вообще в корзину. Вообще прикольно, на мой взгляд. Ну? Но вопрос... В чем вопрос? Вопрос, когда у нас появится. Ну, мне кажется, что фишка здесь в другом. Фишка в том, что здесь каждая кнопка привязана к какому-то определенному производителю. Да, к определенному продукту и сам это настраивать не можешь, насколько я подозреваю. Ты знаешь, вот как думает Amazon, не можешь. Ну да, ну вчера я покурил как бы вот наши форумы российские, да, нормально. То есть народ там уже инструкции выкладывает, как эти кнопки ломать. Российские. Все сюда везу, да, добавлять всякие озоны, ну наши магазины, то есть туда в корзинку, и все у них работает, да, то есть там заказывают эти термосы с OLED-дисплеем, да. Ну, наполнение к ним. Наполнение к ним, да. На термос прицепил кнопку, да? Да, в общем, такая вот забавная штука, но ничего, мне понравилось. Штука классная. Да. Интересная, но вопрос, да, реализации, насколько это интересно. Не, работает, работает. То есть новость, причем, как я попал на то, что Amazon подписал еще 60 компаний на использование этих кнопок. То есть до этого там был какой-то довольно ограниченный список, причем пока это работало только в США, и сейчас пошло в некоторые страны Европы. Может, до нас доберутся. Хотя у нас Amazon нет, конечно, вряд ли они сюда появятся. Понятно.
Ладно, давай переходить. Ну, не знаю, вообще, на самом деле, я думаю, что вот всякие утконосы и тому подобное, вполне возможно, это могут... Не, ну просто у нас не так много... Картошка! Не, утконос, ну, многие, наверное, знают, это у нас не только еда, на самом деле, доставляют они, вроде, да не тоже там... Не только еда. В общем, средства тоже доставки продуктов. Слушай, а что они сейчас еще доставляют? Бытовуху. Я очень давно. Бытовую технику никакую? Нет, в смысле, средства для мытья и тому подобное. У них много чего, насколько я знаю, есть. А, ну, кстати, да, могли бы. То есть, в принципе, вот для них это, я думаю, очень интересная штука. Ну, кстати, идея для бизнеса. Закупай эти кнопки, перепрограммируйте, продавите утконос. Я знаю, чем ближайшие выходные будет заниматься. Стартап. Да, стартап. Ладно, давай переходить дальше. Мне вот понравилась одна новость с очень интересным заголовком. IBM рассказала о преимуществах Mac перед PC. Ну, IBM молодцы. Всю жизнь занимались PC, и тут такое выдали. Да, в общем, вице-президент IBM Флетчер Превин заявил, надеюсь, я правильно прочитал фамилию, что использование компьютеров Mac вместо обычных PC позволяет компании экономить от 273 до 543 долларов в расчете на одно рабочее место. Эта сумма соответствует эксплуатации вычислительной техники в течение 4 лет, то есть всего жизненного цикла компьютеров в IBM. Флетчер Превин отметил, что Mac хоть и дороже, но надежнее компьютеров на базе Windows. По данным компании, пользователи компьютеров на базе Windows обращаются в техническую поддержку вдвое чаще, чем пользователи Mac. А что, можно в техническую поддержку Windows обращаться? Ну, там, я, кстати, не знаю, я им ни разу не звонил. Ты любитель звонить Microsoft? Я любитель звонить. Я любитель только восстанавливать там коды активации. Знаешь, вот про эту экономию, короче, у меня есть знакомый, работает в довольно серьезной юридической фирме, вот, и им всем закупили Apple-овскую технику. Им закупили Air'ы, ну, MacBook'и, MacBook Air, да. Поставили. На рабочих столах у них стоят iMac'и, и им выдали iPhone 6S. Вот, вопрос в том, что админ... Решил, что он не готов заморачиваться с настройкой, OS X, и он везде накатил винду. У всех стоят аймаки, и все работают на винде, потому что он был не готов. Вот тут, я думаю, ребят хорошо сэкономили. Неплохо сэкономили, да, еще и винду пришлось покупать, да. Ну, наверняка. Молодцы, пацаны. Да, но я, кстати, не знаю, как это вообще. Ну, я думаю, сотрудник IBM, наверное, уже уволен. За такие новости. Че, моя очередь читать, да? Наверное. Слушай, вот в Швеции ограничили полеты дронов. Запретили использовать камеры. И че? Ну, в Швецию со своим дроном больше ездить нельзя. И часто ты свой дрон брал в Швецию. Знаешь, я в Швеции-то не был еще. Не, на самом деле, кстати, тема, я считаю, правильная. Тут зря запрещают, но... То есть дроны с камерами, их нужно как-то регулировать. Да. То есть, ну, представь, сидишь ты на даче, да, у себя за забором неправильно померенным своим. Отдыхаешь. Тут тебе от соседа прилетает вот дрон с камерой. Твои действия. У меня, кстати, летом такое случилось, ты не поверишь. Прилетал только тебе? Дрон не от соседа прилетал, а фишка в том, что у нас с помощью дрона проверяют, ну, типа, кто что жжет на участке. И не само ли оно там загорелось, не пожар ли это. Да. То есть вот летом у нас у соседей, ну, там, через один участок. А ты был в приличном виде как-то? Я, как ты его встречал? Я был в приличном виде, я помахал ему ручкой, и все было хорошо. Хорошо, что я не знаю, Дима, твоих предпочтений, чем ты любишь махать перед дронами. Ко мне не залетали. И кто там, какими дронами у тебя пользуется для того, чтобы посмотреть на то, чем ты там махаешь? Машешь. Машешь, ладно, хорошо, машешь.
Ну, кстати, в России вроде как собираются регулировать это дело, то есть, по идее, должны... Как и Pokemon Go у нас собирались регулировать, ага. Нет, слушай, здесь все нормально. То есть в России собирается, чтобы если ты имеешь, купил себе вот летательный аппарат с камерой, ну, чтобы ты пошел и зарегистрировал его, получил на него, грубо говоря, индивидуальный номер. Я уже просто представляю, так это как... Будет дрон такой с номером от машины завести, знаешь, на двух веревочках. Да не, не обязательно. Ну смотри, понимаешь, опять же, проблема. То есть, допустим, ну, к тебе на участок кто-то прилетел с камеры. Ты этому очень сильно рад. Но... На твою собственность. Не очень. Не очень. Вот. При этом отследить владельца ты особо не можешь, да. То есть, ну, это реально, это проблема. То есть, ну, да. С учетом, что они улетают там за километр, то есть, ну, кто это прислал? То есть, кому идти бить морду за это? Ну, неизвестно. Вот, а теперь, по идее, можно, то есть, сбить палкой дрон. Посмотреть его номер, пробить его в какой-нибудь базе и сходить начистить хохотальник соседу. Ну, если сосед не сильно больше, чем ты, возможно, придется вызвать кое-кого, да, чтобы нам набил хохотальник. Возможно, придется отдать деньги за дрон с битой палкой. Ой, ну ты же прекрасно понимаешь, что вполне возможно, что после того, как ты собьешь дрон палкой, к тебе они сами придут за этим дроном. Возможно. Да. Так что тут не знаю. Вот. Давай, твоя очередь. Моя очередь. Давай, зачитывай. Я не успел выбрать, к сожалению. Так. Так, даже не знаю. Вот это мы, по-моему, уже зачитывали. Вот это тоже зачитывали. Так. Давайте вот про умные часы немножко поговорим, потому что достаточно интересная тема, и ни разу ее не поднимали. По подсчетам IDC... Это исследовательское агентство есть такое. Исследовательского агентства некого, как говорит Дмитрий. Рынок умных часов за год сократился на 52%. Ну, провал. Поставки умных часов Apple упали более чем втрое. Ну, по поводу Apple, я не знаю, во сколько он упал, но с умными часами вообще беда. У Apple вообще беда. Они же вот Apple не раскрывали данные, сколько часов продается. То есть у них, у Apple, когда выходит отчет, у них есть iPhone, Mac и другие. А в других все, то есть там и часы, и iPod, и те вот приставки. Нет, но с часами реально беда, но никто не может понять, зачем они нужны. Я до сих пор не понял. У меня есть эти часы, но ты пользовался ими. Я видел, что ты недавно даже их вновь решил попользовать. Да, я пользовал, но понимаешь, они опять сели. А ты когда просто... они. Ну и да, я их кладу на полку. У меня есть обычные часы, которые всегда ходят. Они у тебя заряжаются эти... от USB обычные, да? Кто? Андроидовские те, да, они заряжаются от обычного микро-USB. То есть, по идее, можно везде подзарядить, но опять же, надо подзаряжать. И плюс, понимаешь, я чем не понимаю прикол умных часов. Я не могу, скажем так, определить для себя, зачем они нужны. То есть, что с ними делать? Да. С одной стороны, прикольно, да, туда приходит почта, уведомления, там есть какой-то навигатор, но нет вот этого ощущения, знаешь, то есть, когда ты гаджет дома забываешь, ты обычно чувствуешь, что тебе чего-то не хватает. Ну, когда ты дома забываешь эти электронные умные часы, Нормально. Ты даже не замечаешь их отсутствие. Ну, потому что привык к пользованию телефоном. Ну да, то есть, ну как привык бы то, нет особых проблем достать из кармана и посмотреть на это. Плюс меня убивают цены на эти часы. Ну да, то есть сегодня хорошие часы стоят 25-30 тысяч. Ну прости, за 25-30 тысяч я могу сходить купить Тесо швейцарский, механику, который выглядит красиво. За эти деньги можно телефон. Скажем так, покупая часы, еще вот тоже большая проблема. Производитель почему-то считает, что если электронные часы, то они должны выглядеть черт знает как. То есть, допустим, у меня электронные часы идут с силиконовым ремешком или резиновым. Эта штука, под ней, во-первых, потеет рука бесконечно. Вот. Появляется раздражение на руке. И, скажем так, он выглядит фигово. То есть он не выглядит на те деньги, что были отданы за эти часы. Ну, в принципе, почему да. так делают, я понять не могу, потому что, ну реально, ну кожаный ремешок, вот я менял на, это у меня Swatch, я менял на них ремень, вот отдал за новый ремень 1000 рублей, кожа. Почему нельзя приделать к умным часам кожаный ремешок, это, ну, к цене особо, ну, наверняка в производстве это вообще копейки. Ну, не знаю. Это чудно, но опять же, то есть, ну это технологии, которые вот, мы могли сделать часы умные, мы их сделали, а зачем, никто понять не может. До сих пор. То есть была же надежда, понимаешь, в чем все ждали Apple Watch. Думали, что Apple сможет придумать. То есть они вроде типа мы не упускали, что помнишь, да, до Apple
Часов было очень много. И Samsung делал, там, ну, да, и Sony делали. Да, вот, делал. Все ждали Apple. Все верили, что Apple знает, какие им будут часы. Apple выпустил все то же самое, что и у других. Ничего там не прибавилось. Но нет, ценник не прибавилось. Там... То есть они попытались экспозиционировать как элитный. Ну как, ну 25 тысяч, это вон Samsung GRS3, который представили 25-30 тысяч. Я про Apple. Же... Ну, Apple сколько же стоит? Да? Да, спорт с силиконовым ремешком каким-то этим ужасным. Ну да, столько. Да. Плюс, ну как, у них есть другие версии. У них есть металлические ремешки, может стоить 1000 баксов. С золотыми 10 тысяч долларов. Вот у нас сейчас пишут, что часы на телефоне есть, зачем они вообще теперь... Привычка, аксессуар. Ну да, аксессуар, почему бы и нет. Мне лично удобнее время смотреть по обычным ручным часам, чем на телефоне. Сейчас более актуальны умные напульсники. Вот, кстати, тоже. Я не знаю, насколько тебе интересно, но мне вот, в принципе, вот этой вот штуки достаточно. Ничего. Причем я ее использую не как фитнес-трекер, то есть мне ну, считает и считает шаги. Я вижу, что не как фитнес-трекер. Все видят, что не как фитнес-трекер. Но фишка в том, что мне удобно то, что при ну, оповещениях он вибрирует. Потому что я не всегда слышу телефон, он не всегда у меня на, ну, со звуком, не всегда я могу ответить, а так, в принципе, я могу настроить, чтобы и сразу вот поднимать, звонок это, не звонок это, куда пришло оповещение, куда о чем это происходит. Ну, в смысле, я могу там тройную вибрацию, например, на Gmail настроить, двойную на смс-ке, там, чтобы один раз вибрануло это из контакта, у меня сообщение пришло. Короче, я понял, вас тебе нравятся вибрации. Для этого не обязательно было покупать именно ремешок. Это есть специальные устройства. Да, правда? И часто ты специальными устройствами пользуешься, Дмитрий? У меня есть полноценные часы. Ладно, то есть давай. Ты для этого используешь полноценные часы, да? Короче, упал. Перейдем тему, да. Упал рынок часов, он не особо поднимался, как бы. Нет, слушай, ну особо новых новостей-то больше не осталось, интересно. Да, вроде уже большинство обсудили. Давай, наверное, завершаться. Я тоже так думаю. Еще раз давайте напомним, друзья, вам, что в понедельник в 17.00 31 октября. Буду я. Будет Дима. И представитель компании Dell. Спецвыпуск железного цеха. Специально для вас. Приходите, пообщаемся. Да, будет интересно, 100% обещаем. Вот. Что? И еще есть у тебя какие-то анонсы? Что у нас там, кстати, сейчас на тестах на данный момент, вот кроме вот этого прекрасного. Влюбился, да? Ну, нравится тебе. Ну, правильно. Нравится, но я лучше все-таки себе. Ну, да. У нас все уехало. Здесь 7, здесь 8. У нас все, к сожалению, уехало, да. А что у нас на тест? У нас на тест вот виджет стоит, компьютер очень прикольный от MSI. Да, кстати, выглядит очень офигительно. Маленькая штука такая, вот, с Core i7, причем под 1080 GeForce, и Core i7 стоит под жидкостным охлаждением. Да, точно. То есть он держит частоту вот, вообще. Охлаждение вот в такой вот маленькой фигурине я вообще не ожидал. Маленький очень компьютер, мы вчера вот его отсняли, я думаю, на следующей неделе видео выпустим. Мне еще, кстати, очень понравилось, как у него все скомпоновано очень удобно. Фишка в том, что там есть дополнительные слоты под SSD-шки, их там можно чуть ли не сзади. Ну, то есть, вот как обычно, вот, ну вот представим, что это материнка. Вот обычно же эта сторона привернута к корпусу. Нет, ну, там а с этой стороны можно еще там оперативку, насколько я помню, подставить. Ну, она там и так стоит, но там, короче, чтобы упихать все это железо, вот маленький корпус, и MSI, судя по всему, просто сделал новую материнку. Да, и именно для этой. Причем штуки. Там что забавно, там 6700К стандартный домашний работает с мобильной оперативой. С ноутбучной, да. И там один слот под оперативу стоит рядом с процессором, ну как нужно, а второй на оборотной стороне материнки, да, с другой стороны. Также SSD-шники стоят. Вот нестандартно, ну, на прикольная взгляд. Очень штука. Вообще прикольная штука, да. Что в видеотесте? У нас же проекторы. У меня очередной бзик, у меня сейчас два бзика. Это виртуальные реальности проекторы. То есть проектор мы протестировали год назад эпсоновскую модель на ютубовском канале. Да, был на этом канале. А ну, сейчас у нас приехали два LG проектора, кстати. Недавно я запустил статью на сайте gramani.ru. Вот. И, в общем, меня понесло. Во-первых, дома все проектор. Во-вторых, я... Мне ко вторнику нужно один. Я заказал три проектора. Ты его вернешь? Да, я знаю, что из-за того, что я заказал, тебе придется постримить на проектор. В смысле, еще дополнительно? Ну вот, в общем, я привез в редакцию три проектора.
нас два LG, один DLP-шник, причем очень маленький. Вот эта штука мне, кстати, тоже очень типичный, понравилась. Это, нет, классический. Я про классический говорю. Это 1500 моделей, я не помню точно название. То есть у меня дома стоит эпсоновский, ну такая здоровая дура, на 3 LCD-шная, ну стандартная такая классическая модель. А LG прислала у них мини-бим, есть такая серия, вот, и он меньше раза в 3. То есть он вот такой вот толщины примерно, вот так вот, он такой длины и вот такой высоты. То есть ну, совсем маленький, все можно поставить, не знаю, на табуретку перед собой проецировать. Я, честно говоря, то есть когда я снимал вот здоровый проект и расставил вот эту вот фиготень дома, я думал, уже, ну как бы, ну окей, да. Ну, да, есть, да. И показ офигительный. Да? Да, очень Full HD мне очень нравится. Не, ну Full HD, конечно, 4К-шный проектор стоит столько, что лучше об этом даже не говорить. Хорошо. Это неприлично, да? Неприлично то, что я заказал один такой. Не 4К. Сразу такое стыдно стало, весь покраснел. Ну реально стыдно. Мы сюда Acer привезли Predator Z450, по-моему, или 850, я что-то не помню. Короче, он лазерный. И он стоит 400 штук. Лазер, это он у нас в кабинете, да, стоит, да, я привез проектор за 400 тысяч и выбросил. Я не знаю, зачем, но мне очень хотелось попробовать. Я напишу обязательно про эту статью на нашем сайте, на журнал. Будет материал, расскажу, что это такое вообще проектор за 400 тысяч. Есть ли большая разница? То есть у меня есть проектор сейчас за 60 тысяч, за 400 тысяч, за 75 тысяч и еще там за сколько-то, я не знаю. И вот туда вот как раз про LG-шку, которая тебе понравилась. Тысячная модель, ультрафокусная. Прикольно показать было бы на экране. Ну, к сожалению, это нет возможности, наверное. Да, вот если подскажешь модель, то вполне возможно будет возможность. LG. Поговори пока что-нибудь в камеру, чтобы мы не так сильно поняли. Вот спрашивают, кстати, что на нем будем тестить на проекторах. Все. Все. Слушай, это PF1000. PF1000U. Да, открой. Ультрашорт. Вот. Да. Это я у них долго выпрашиваю. Но эта штука тебе тоже интересна, потому что фишка ее в том, что его можно прямо вот около стенки поставить. Да, смотри, то есть в чем проблема проектора, то, с чем я сейчас столкнулся дома. Да, то есть, на самом деле, как проектор, в принципе, он довольно простой. То есть ты купил проектор, поставил его вот рядом с диваном, у тебя есть стена, ну, любая, просто что главное, чтобы на ней ничего не было. Пустая стена, желательно белая, но может быть немножко там отличаться, там коричневым с рисунком, не суть, важно проектор забивать. Все, поставил, подвел HDMI-провод, кабель питания включил, и у тебя вот на стене, прикидываешь, ну просто дома, вот ты приносишь комнату, и у тебя 80 дюймов раскрывается. Причем у меня маленькая комната, у меня разброс, по-моему, 2,5 метра или 2,6 метра, я не помню. Ну, узкая комната, и у меня получается 8 дюймов. Это просто отвал башки, когда это первый раз дома делаешь. Ну вот, но проблема в том, что если это организовывать вот уже в каком-то пространстве, где стоит телевизор, то нужно переделывать всю коммутацию. То есть, соответственно, если у тебя, ну, допустим, там консоль, да, какой-нибудь, или компьютер рядом с телеком стоит, или ТВ-приставка, которая, ну, обычно телевизионная, да, то есть тебе все провода нужно вести от них назад за себя, ну, к проектору. Да. Тащить HDMI. Причем обратно тебе придется еще прокидывать звук, чтобы выставить его. Ну, у тебя звук-то может в принципе, быть спереди. Да, должен быть спереди. То есть, короче, геморрой вот так вот. Все это еще вешать нужно. То есть, по-хорошему проекту, вот у меня он сейчас стоит просто рядом с диваном на барном стуле. Вот. Ну, как бы меня это устраивает. Ну, надо вешать, потолок засверливать все это дело. Ну, по-хорошему, есть, ну, да. Много интересного. Но, опять же, ну, как бы, это, с одной стороны, это мелочи, довольно приятные мелочи, такие, знаешь, мужские мелочи, то есть, вот, которые, куда ты можешь покладывать немного денег. Но геморройная вещь. Вот, а у LG они выпустили ультрафокусную модель. Это вот сейчас на экране у вас. Собственно, это Full HD-шник DLP, но он ставится на место телевизора, не у задней стенки, а именно у телевизора. То есть, грубо говоря, то есть вот здесь у него выходит. Ну, не у телевизора, у экрана. Да, 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 у проектора. Вот подается от чего? Да, 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 мы видим. А, все, ну хорошо. Да, вот, все нарисовано. Да, подается и через линзу поднимается наверх. Вытаскивает 100 дюймов. 100 дюймов? Да, сотку делает. Стоя вот так вот. Да, рядом. Да, да, сотку. Я пока еще не попробовал. То есть он стоит в редакции, я просто, ну, как бы, на потом, чтобы немножко впечатлений как бы набраться. Побольше. Подожди, а для вторника он у нас, да? Да. Чего?
Кажется, есть проблема, что мне не на чем его выводить при этом, при всем. Ну ладно. Нормально, нормально. Не парь, все будет хорошо. Ладно, все будет хорошо, да. Ну вот, и вот, в общем, выпустили такую вот огонь штуку. Мы ее привезли на тестах. Васе придется, правда, теперь показывать ее в стримах. Постримить ее, да. Да, постримить ее, показывать. Скоро будет. Ну, проектор это реально клево. То есть 180 дюймов на них играть, но это, ну, супер. Я думаю, рублюсь в FIFA 17 и, ну, Лариску проходил раз Tomb Raider на проекторе. Вообще класс, просто как кино смотришь. Mm-hmm. То есть интерактивное кино. Очень красиво, точно. Ну ладно, все, наверное, завязывай. А что еще еще тест? А, у нас еще ноутбук на тестах MSI. Ну ты его тестируешь усиленно уже вторую неделю. Да, да. Там сложные тесты. Расскажи про него, на чем он. Там сложные тесты. Он, кстати, на 1060, насколько я помню. 1060 и при этом при всем он сам по себе мелкий. Сколько он там? 16, по-моему, 15 дюймов. Вот. И мне, кстати, он очень заинтересовал. Я себе, наверное, такой приобрел бы. Ну, пока, не знаю, расценка, к сожалению, вот. Ну, на 1060-й красивый гейминг, ну, это гейминг-версия, в принципе, ноутбук же получается. И причем он, по-моему, даже VR-ready, или нет? По-моему, он VR-ready. Слушай, VR-ready — это все, где есть HDMI порт и USB. То есть, если у тебя есть ноутбук HDMI и USB, это все, это VR-ready. 100% тащит. Тащит. Как неизвестно, но тащит. Ну ладно, давайте заканчивать на сегодня. Да, это были давай. Все новости на сегодня, все разговоры на сегодня. Всем спасибо, что смотрели. Это был «Железный цех онлайн». Дмитрий Колганов. Вася Копейкин. И там за кадром Дмитрий Кудряшов. Всем пока. Всем спасибо. Пока.